Во имя мира областная организация Союза журналистов совместно с Запорожской епархией провели совместный круглый стол. Обсуждали основные принципы деятельности журналиста. А главное, как в нынешнее время не только оставаться спокойным, но и заряжать позитивом других. На мероприятии, которое стало своеобразным мастер-классом, побывали и наши журналисты. Миротворец – это тот, кто любыми способами старается достичь мира, говорит архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука. И журналист, как никто другой, имеет для этого одно из мощнейших оружий – слово. В сложившейся ныне ситуации долг СМИ – не усугублять раскол в обществе, а сглаживать его, считает он. Если мы будем говорить о мире, если мы будем показывать мир, если мы будем писать о мире, то, я думаю, этот мир наступит у нас. Насколько важны для общества позитивные новости, хорошо знает Александр Иваницкий, журналист телеканала 1+1, работающий в программе «Гроши». Говорит, что в один момент руководство и сотрудники канала поняли, что показывать зрителям только негатив нельзя, и стали добавлять в программу позитивные сюжеты, которые, говорит Александр Иваницкий, не менее рейтинговые. Даже программа «Гроши», в которой я работаю, там 7-8 сюжетов. И все сюжеты – это расследования острые, интересные. Ну, и вот позитивные сюжеты, которые я пытаюсь делать, и ребята наши делали, они очень к месту, они очень рейтинговые на самом деле. Когда ты третьим или четвертым сюжетом в программе ставишь добрый и позитивный, люди не переключают, продолжают смотреть. Говорили на круглом столе и о проблеме заангажированности СМИ, когда журналисты оказываются в таких условиях, в которых их вынуждают говорить на черное-белое. К сожалению, мы зависим от денежного мешка, и нам нужно на что-то жить, нужно чем-то кормить детей. И поэтому некоторые мы вынуждены, мы поставлены в такие условия. Работаем только в силу своей порядочности, своего таланта. Есть такие, которые не выдерживают. Мы знаем таких, которые не выдерживают и уходят. В целом, участники круглого стола были единогласны во мнении, что в любых условиях журналист должен работать только на благо общества. И в любое время идеи добра, любви и мира должны быть главными идеями его работы.